Ребята, всем привет, с вами канал 24, я же говорил, что это будет очень интересненько. Это, конечно, у нас Western Star 57, который вышел у нас в Америке. И, конечно, переконвектировали, так сказать, можно. И вышел он теперь в Euro Truck Simulator 2 под 1.45. Теперь, которые хотели его видеть в 1.45 именно в ETS-ке, вуаля, модик у нас появился. Давайте смотреть. В целом, в принципе, у меня шестерка, я на двенашке не ставил, да, тут, потому что тут двенашка, к сожалению, у нас. Но ничего страшного, ничего страшного. Две кабины, понятное дело, у нас все, в принципе, то же самое, что и в ETS-ке, что в ATS-ке, извиняюсь. Все те же самые дизеля, все те же самые двигателя, 12 передач. По интерьеру у нас, в принципе, ничего такого нового нету, также все это у нас... Все, пожалуйста, на цвет и вкус, все это у нас меняется. Что касается по покраске, на цвет и вкус, все это у нас меняется. Все те же самые скины, которые были у нас там, все это у нас есть. То есть на цвет и вкус вы можете себе выбрать. Слушайте, я думаю, что мы надо на нем как-то прокатиться именно в пятницу. Постараться на таком красавце, я думаю, что прокатиться стопудово. Надо. О, какой красавец. Реально, надо прокатиться 100% на таком. Почему бы и нет? Я только за. Я только за на таком красавце прокатиться. Давайте мы что-нибудь такое интересное выберем. Сердцем прикольно. Давайте так. Что касается по аксессуарам, достаточно много всего. Тоже, в принципе, все то же самое. Все иные у нас... Что мы имели в АТС-ке, все те же самые... У нас функции, пожалуйста, на цвет и вкус, как говорится, все у нас это есть. Я, в принципе, ставить не буду. Самую основу вы можете, в принципе, сами посмотреть. Нет, вот я скажу так, ребят, чтобы вот вам, чтобы вот это просто взяли, переконвектировали, это скажу так, с АТС-ки в Америку, именно в ETS-ку. Все, все, и все те же самые функции остались у нас именно в ETS-ке. Тут вопросов ноль, тут, в принципе, тоже вопросов ноль. Все у нас это руль у нас в целом не меняет. У нас бортовой компьютер все есть. Пожалуйста, цвет и вкус, стандартная табличка. В принципе, в целом подстаканники. Плюс дополнительно мы можем все поставить, все, что хотим, колу и так далее. Все это у нас есть. Давайте вот это. Посадить документы и так далее, все сумки и все это у нас. Пожалуйста, на цвет и вкус. Окей, принимаем, смотрим, потому что очень на самом деле интересно. Я очень рад, то, что Western 57 не забыли именно в ETS-ке его преобразить, так сказать, да, то есть его. Потому что я знаю, что был такой у нас Western 57, по-моему, да, вроде. И у нас вот очень интересный такой был. Я постараюсь его найти и снять в виде его истории. Вот, я постараюсь, ребят. Что какой имел в виду Western, именно под ETS-ку. Звук, в принципе, то же самое у нас все. Все те же самые звук, аварийка у нас работает. Этот работает, этот работает. Анимация света работает. Стеклышко у нас работает. Все те же самые. Один звук 8. В принципе, все то же самое у нас все это есть. Без всяких проблем. Вот, поэтому так. У меня не на шестерку, у меня шестерка стоит. Вот. На двенашку я поставлю, если буду на нем катать. В этот, именно под 1.45. То я поставлю двенашку, и мы на нем покатаем. Потому что мне на самом деле очень интересно. Короче, сцепка у нас, в принципе, тут смотреть нечего. Потому что я скажу, что она здесь присутствует. Без всяких проблем. И нормальный, полноценный обзор, в принципе, можете у меня на канале посмотреть именно уже под ETS-ково. Все то же самое, ребят, на самом деле. Все то же самое. То есть, на самом деле, я очень рад, то, что у нас обновился вот такой красавец под 1.45 Western. Реально. Я вот честно скажу, что очень рад. Потому что я бы, допустим, на стриме покатался. Покатался. С вами канал 24. Всех люблю, целую. Увидимся на видосах и стримах. Сегодня еще раз. Модик постараюсь снять, а там уже будет, как пойдет. Если что-то интересно, то однозначно снимем.